Утро у нас сегодня 16 августа, 2014 год, половина 12, вот наша куколка маленькая, пивунья бегает. Такая халюсенькая, только что слушала ее, как она пела с мамой песню про человечка. Побежала. Пошли кушать. Итак, у нас на улице сколько у нас тут? 30, 31. Ой, девчонки, доброе утро. Слона-то я не заметил. Что у нас на завтрак? У нас просто королевский завтрак, я бы просто обалдела. Ничего себе, открываемся. Мы вчера картошку эту ели, скажи, как вкусно. Даже без ничего. Да. Картошка. Крестьянская еда. Как было вкусно. Просто картошку порезали в микроволнушке 3-4 минутки и с майонезом. Ну уже я яйца сварила в смятку. Мои помидоры. Огурчики. Фу, господи, огурчики засоленные. Черный хлеб. Что там? Ой, как вкусно, ой, как вкусно. Это чай, как всегда, и чай. Все, приятного нам аппетита. Кардиналы. Прям ругаются, вот их троица сидят. Вот они прям ругаются, друг друга гоняют. И вот так по всему двору прямо ругаются. Четвертый прилетел, ага. Вот там любовный треугольник у нас такой. А он-то какой красавец красненький, ой, какой красивый. Ну, пацан. А девочки такие серенькие, никакие неприглядные.